Попереджу, що я співучасник в двох доповідях, тому я постараюсь коротенько розповісти по одній і по іншій темі. Перша тема – це невивчені уроки Фукусіми і Чорнобиля. Це, як би то сказати, досить трагічна тема, тому що тут... Извините, у нас проблемы с вашей трансляцией по какой-то причине. Мы не видим вашей презентации и не видим вас. Презентации не видите? Она у меня на экране сейчас. Где она? Так, сейчас еще раз. Где тут? Сейчас наладим. Так, мы сейчас видим вас, но не видим демонстрацию экрана. Нажмите кнопку демонстрации экрана и выберите тот экран, на котором идет презентация. Так, секундочку. Я перерыв. Да, перерыв. Да, и коллеги, общее, пока мы тут настраиваем презентацию, общее объявление. После этих двух докладов мы делаем с вами перерыв до 14 часов и дальше продолжаем с оставшиеся доклады. Планируем начать с Владимира Бойко после 14:00. Так, сейчас вы что-то видите? Да, мы видим PDF-файл. Да. Я думаю, что его хватит, потому что если вводить презентацию больше, то ее хватит на 5-6 часов. Поэтому я коротенько. Значит, к сожалению, современная дата 35 лет – это дата очень грустная, потому что за 35 лет проблемы чернобыльских загрязнений не были решены, деньги были потрачены на это дело огромные, а ВОЗ и ныне там. Как ПВЛРО у нас были пунктами временной локализации, так они до сих пор и остаются. Прошло 35 лет, никакой концепции, никаких телодвижений на эту тему не сделано. Как не были отработаны технологии очистки почвы, по причинам очень разным, так и до сих пор не отработаны. Извините, то, что называется авториабилитация, давайте не будем трогать природу, подождем, пока распадутся радионуклиды, это, извините, в некоторой степени расписаться в бессилии собственной науки и собственных достижений, собственного мышления, собственного технического уровня. Увы, к сожалению, это грустный повод для, так сказать, того, чтобы подвести 35-летние итоги. Но, наверное, в большей степени я обращусь к молодежи, которая, может быть, когда-нибудь, кто-нибудь, где-нибудь увидит это сообщение или прочитает эти тезисы и поймет, что это сделать можно. Можно реально очистить всю чернобыльскую почву, можно без фантастических затрат, которые тут предлагаются, даже буквально такие процессы предлагали еще покойный Николай Павлович Архипов это дело поддерживал. Но, увы, с уходом, так сказать, людей уходят и возможности решения проблем. Значит, я в двух словах обрисую то, что не сказано в презентации. Когда вы имеете загрязненный объект, такой сложный объект, как чернобыльская почва, и такое сложное загрязнение, которое включает растворенные формы радионуклидов, топливные компоненты радионуклидов, топливно-конструкционные компоненты загрязнения, да, то 99% исследователей пытались ковырять что-то, что они умеют делать. К сожалению, они не смогли охватить этот объект полностью со всех сторон.
и не смогли абстрагироваться от своих умений к вопросу о том, что нужно исследовать. Исследовать нужно радионуклиды. Всегда перед ученым стоит такой вопрос, что он решает ту задачу, которую до него не решали, и которую он решать не умеет. Вот в ходе решения такой задачи он учится эту задачу решать. И что я хотел сказать? Ну вот представьте себе на секундочку. Почва – это очень сложный объект. Это среда обитания множества организмов, где находятся микробы, плесени, водоросли, простейшие и более высокие организмы, включая там и растения, и прочее, прочее, прочее. Так вот, в Украине микробами занимался Институт микробиологии и вирусологии, в котором отдельные товарищи отпихивали своих сотрудников от занятия темами, хотя они не могли охватить общий микробиологический, так сказать, ареал исследований. Водорослями у нас в Украине занимается кто? Институт гидробиологии. Простейшими у нас занимается кто? Институт зоологии. Извините, одна амеба за время своей жизни съедает 100 тысяч бактерий. Как вы думаете, если бактерии накапливают радионуклиды, надо изучать этих амеб или нет? По-моему, надо. Но, к сожалению, Институт зоологии выпихнули на обочину исследования, они махнули рукой и сказали, да ладно, мы проживем на своих. И вот таким вот образом у нас не оказалось координирующего, объединяющего центра, и в связи с этим вот эти все наши исследования конкретно провалились. Все. Дальше пришла тематика автореабилитации и очень красивая тематика по статистике, по всяким сравнениям жителей Японии с жителями Украины и так далее, и так далее. В данном случае вот от меня, как от ученого, требуется решение проблемы. Проблема какая? Очистить почву, очистить воду. Результаты этих наработок вот очень коротко здесь представлены в этом сообщении. Вы сможете его прочитать, оно у вас есть, оно никуда не убежит. Единственное, что меня очень удивляет, что, ну знаете, был такой российский фильм «Смерть на взлете». Эти исследования, которые могли нам решить этот вопрос, они оборвались со смертью Константина Григорьевича Руди. У него были хорошие планы, он привлек нужных специалистов, объединил их, но, увы и ах, воспаление легких, как вы знаете, его не стало. И не стало продолжение этих работ. Что меня особенно, когда говорят о Фукусиме, что меня особенно, если хотите, поражает? Меня поражает то, что очень мощные институты японские, которые занимались радиологией, радиобиологией, именно микробиологией и именно миграцией, именно цезия, управлением. То есть мы им в свое время показали, у нас была совместная программа с ними под руководством Руди, мы им показали, что поведением цезия можно управлять, почву можно очищать. И вот через 13 лет после того, как это было показано, происходит Фукусима, где загрязнение фактически идеально для того, чтобы применить те технологии, с которыми японцы знакомы. Им нужно было сделать один единственный шаг и совершенно спокойно очистить всю почву, всю плодородную почву. Совершенно спокойно очистить от цезия, сконцентрировать его и захоронить. Это реально. Технические приемы сейчас я не буду вам долго рассказывать. Это не будет, ну, как бы интересно и может быть полезно. К
кто какие ошибки допускал и так далее, и так далее. Я скажу, что вот, например, сейчас на картинке был разработан эта сокращенная форма. Вообще-то этот квадратик имеет 32 на 32. Он имеет вот такой огроменный вид, да? Когда тестируются свойства, связывающие свойства. Здесь подход реализован был у нас в Украине. Был реализован подход, когда мы исследовали связанность радионуклида. Не только каким компонентом, сколько, где, когда, зачем и почему он связывается, но и фактор связанности. То есть вот здесь мы можем различить обычную карбоксигруппу, как она связывает цезий, в зависимости от того, к чему она привязана, эта карбоксигруппа. Это довольно тонкий метод, который позволяет на очень низком уровне, определить, что же удерживает цезий. Вот это, об этом японцы знают, о том, что можно повышать действием биологически активных веществ связанность цезия. Вот коэффициент distribution, коэффициент накопления, он может изменяться, можно влиять на это от 40 тысяч до, условно говоря, 3 тысяч. То есть здесь этот микроб сорбирует все, а здесь он все выпускает. Кроме того, там еще целая куча технических вопросов. Ну вот последний график, это было разные культуры, растения, которые стабилизируют микробное сообщество, на которое оказывается воздействие биологическими веществами, питательными средами, прочее. Здесь мы выделяли почти 90% цезия из загрязненной чернобыльской почвы. Год это так 2000-й. Потом все эти работы были свернуты, поскольку это неинтересно, поскольку если будет чистая зона, то вы же понимаете, финансирование будет совсем другим и так далее, и так далее. Но по первому докладу я заканчиваю, собственно говоря, о чем разговор? Я хочу сказать, обратиться еще раз к молодежи. Обращайте внимание на то, что биологический фактор – это основа связывания радионуклидов с экосистемой. Сейчас у нас роль биологического фактора в условиях COVID, она становится еще более интересной. Об этом очень-очень мало пишут, и на это очень мало обращают внимания. Так вот, я хочу обратить уважаемой публике внимание на то, что на Западе самая передовая технология тестирования устойчивости микробов к ионизирующему излучению – это устойчивость этих самых микробов к биоцидам, попросту говоря, к ядохимикатам, или еще проще говоря, к отравляющим эти микробы веществам. Если микроб устойчив к таким веществам, то он устойчив к ионизирующему излучению. Казалось бы, при чем здесь мой доклад? И при чем здесь невыученные уроки? Это новый урок, который нам предстоит еще усвоить. Суть этого урока состоит в том, что если мы получаем в радиоактивных отходах устойчивые к радиации культуры, то эти же культуры будут устойчивы к химии. А человек защищается от микробов химией, своей химией, биохимией. То есть потенциально вся вот эта работа с радиоактивными отходами, вся работа с всякими организованными, неорганизованными выбросами, потенциально она ведет к тому, что будут культивироваться, будет идти селекция стабильных к ионизирующему излучению организмов, а вот от этих организмов мы можем получить привет. Причем привет будет для нас не радостный. Собственно говоря, COVID всем показал, что шутки
в частности, всякие разные синтетические игры с микробиотой. Это вещь очень опасная. Ну, собственно говоря, еще раз, молодежи, ребята, технология очистки радиационно загрязненных грунтов, то есть реабилитация Чернобыльской зоны, это абсолютно реальная и несложная задача. Все зависит только от того, чтобы занять правильную точку зрения. По первому докладу у меня все. Если есть вопросы, я готов ответить. Или меня не было слышно, или... Слышно было. Было слышно, да? Значит, нет вопросов. Значит, нет вопросов. Я понял, да. Хорошо. Или не поняли, или все понятно совершенно. Ну, хорошо. Не, на самом деле слышали, поняли. И спасибо вам за очень интересный доклад. На самом деле... Как бы, да, действительно, жалко, что эта тема не исследуется и не развивается с поддержкой государства или с поддержкой международного сообщества. Однако, насколько вы знаете, некоторые исследования в Чернобыле ведутся, в частности, при участии японских коллег, которые исследуют влияние микроорганизмов на сорбцию радиации прямо внутри непосредственно чернобыльского объекта укрытия, внутри четвертого энергоблока. То есть исследования на эту тему ведутся. И было бы здорово, что, наверное, вы как бы тоже подключались к этим исследованиям. Но, извините, вот эти исследования по поводу... как вы сказали, поглощение радиации. Ну, сорбции. Связывание радионуклидов, скажем так. Да. Потому что не всегда это сорбция, иногда это те метаболиты, которые выделяются в окружающую среду, они связаны. Ну, эти работы были сделаны, проводились, вернее, моей группой где-то года так с 2010, нет, даже может быть раньше, 2005 по 2015. Собственно говоря, какова цель? Японские товарищи, ну, при всей их шикарной обеспеченности оборудованием, прочее, они работают... очень заорганизовано, к сожалению. И ну, какова цель? Цель растворения облученного ядерного топлива. Это мы показывали, это в моих отчетах было еще в 2005 году. Собственно, там, ну, как бы сказать, ну и что, да. Ну да, ну мы можем, пожалуйста, перерабатывать в чистом виде, так сказать, без выделения вот этих хвостов азотной кислоты, мы можем перерабатывать облученное ядерное топливо. И что? И к чему это приведет? Вы подумайте, это же приведет фактически к тому, о чем я только что сказал. В конечном итоге возникнут культуры, которые отмутируют под действием ионизирующего излучения, и вы получите биологическую опасность, понимаете? То есть это игра такая, как бы выигрыш здесь будет очень достаточно сомнительный, понимаете? То есть именно поэтому и нам очень важно понимать и считать, и не допускать тех ошибок, которые мы делали. Я выскажу пару слов в защиту все-таки. Деструкция облученного ядерного топлива – это, пожалуйста. Ну, про ядерное топливо мы сейчас не говорим. Мы говорим, допустим, по... проблеме авторегенерации почв, в частности, цезия-137. Если мы посмотрим на, скажем так, уроки истории, и уроки истории у нас следующие. После аварии на Чернобыльской атомной электростанции была сделана попытка дезактивировать часть территории города Припять, допустим.
И мы знаем, какие усилия, какие финансовые усилия, какие дозовые нагрузки, во сколько обошлась эта дезактивация территории. Я извиняюсь, что я так сделала. И, к сожалению, сейчас, по прошествии 30 лет, мы видим, что общий фон от цезия на дезактивированных территориях и на недодезактивированных территориях сейчас сравнялся. То есть возникает простой вопрос, а нужно ли было тратить на дезактивацию каких-то там определенных территорий, что в Фукусиме, что в Чернобыле, значительные человеческие и финансовые, экономические ресурсы, а не действительно по цезию, я говорю сейчас за цезий, а не подождать, не выдержать ли эти территории в течение там 30, 60 или там еще каких-то лет. Да. Другой вопрос долгоживущий. Простите, можно я вас перебью? Вы не задавались вопросом, что, может быть, мы неправильно пытались дезактивировать? Может быть, дезактивировать нужно было другим способом и совсем по-другому? Такого вопроса у вас не возникло? На данный момент, если мы говорим про решения, которые принимались в 1986 году, то теми способами, которые были известны науке на тот момент времени. Ну, понимаете, если вы считаете работы Тимофеева и Рисовского, то открытым способом я могу вам сказать, что способы и методы были известны и другие. Просто волюнтаристски принимались решения, которые приводили к затратам и людского ресурса, и финансовым затратам, и не давали никакого толка. То есть, понимаете, все решают люди. Если люди решают неправильно, то ну, пенять на исторические события, как бы, просто скажем открытым текстом, к сожалению, в советской армии химические войска оказались профессионально недостаточно подготовленными. Вот это открытый текст. Потому что столько людей положить, военных и резервистов, которых положили там, это не свидетельствует о высокой профессиональной подготовке, к сожалению. И факты надо констатировать четко. Мы не можем так юлить. Это тысяч жизней. Тема нашего сегодняшнего обсуждения не является обсуждением событий 1986 года, и я думаю, что это тема другой, следующей секции, поэтому я предлагаю все-таки ограничиться здесь. Я тоже предлагаю, да. Итак,